Вчера в одном из котловских сообществ в соцсети ВКонтакте появился пост, автор которого выразил беспокойство опасным скоплением кирпичей на краю крыши общежития Помаяковского. Как выяснилось, это куски разваливающейся трубы вентиляции, которую в ближайшее время должны отремонтировать. Будет фасад ремонтироваться, это отмостка, эти козырьки над входами подъезда, замена пластиковых окон. Ну и самая острая проблема – это будут ремонтироваться полностью, капитальный ремонт вентшахты у них наверху. Ну и замена конька, соответственно. То есть такие глобальные работы. В этом случае жители дома сработали на опережение, привлекли внимание к проблеме, и уже к обеду опасные кирпичи управляющей компанией были убраны. Вообще же ремонт дома Помаяковского 20 не проводился уже давно. Причина этого в том, что какое-то время управляющей компании здесь не было вообще. Дом-то, конечно, проблемный. Он очень давно находился без управления, да, то есть по 161-му постановлению. То есть болтался по конкурсам, люди не могли выбрать способ управления, ну, соответственно, в процессе все-таки они, люди активизировались, да, и 2 года назад, то есть было создано КСН здесь, ну, и в этом же году уже проголосовали за капитальный ремонт. По словам представителя управляющей компании, самые необходимые работы будут проведены уже в этом году. Ремонт вентиляционных шахт, козырьков и замена окон.